Здравствуйте, мои хорошие, с вами Джаз Джек, и мы продолжаем с вами проходить игру под названием Стелла. И в этот раз мы с вами уже где-то в жопке мира совсем. Уже совсем тут ледяные ледянки какие-то происходят, уже совсем какая-то дичь, но мы продолжаем идти куда-то вправо. Суть по всему, на восток. Ого. Я так понимаю, правильно я сделал, что я закрылся. Потому что... А как он быстрее нас ползет? Алло. Не понял. Ага, выходи. Подожди, я походу понял, что надо делать. Смотри. Во-первых, закрываем. Потом отходим сюда. Чекай. Сейчас смотри, сейчас он, получается, пробивает. Смотри, вот так вот пробивает. Ищет. Все, он уходит. А мы в это время делаем вот так. Подходим и пинаем этого. Хорошо. Успели. А вот с этим что делать, я не знаю. А, ну надо было просто... Ага. Ясно. Ясно! Так. Так, теперь сюда. Понял. Наверх. Давай. Ой, хорошо. Достаточно довольно-таки эпично. Это было очень эпично. Фух, ё-моё, мы уже где-то в каком-то городе. Что это такое? Это уже какая-то агроба наоборот получается. Это уже ледяная какая-то агроба реально. Так. Я не знаю, или какой-нибудь город с Моровинда. Очень похоже. Прям визуально на какие-то города Моровинда, реально. Но, в принципе, достаточно красивенько. Угу. Арон. Ну, просто идем наверх. Нам как бы другого пути и не дают. Мы просто поднимаемся. Подожди. О. Мы, в принципе, все, что мы можем, это только подниматься наверх. Так, ну здесь... Все крайне логично. Или нет? Вот. Ага, надо было просто немножечко сбоку. А, это этот чувак, который нас спас, или чувиха? Наверное, чувиха. Ну, короче, это то самое существо, которое нас спасло. Ясненько. Так, ну все, сейчас у нас будут новые приключения, да? Ну ясненько. О!
Это, кстати, достаточно близко, чтобы разглядеть Стеллу. Вот это да. Вот это да. Вот это пойдет. Что это, стаи птиц? Так, это чтобы нас не заклевали, да? Ну да. Ага, все, закрыли. Закрыли жалюзи. Так. Но что-то пока не нажимается. Так. А-а-а. Подожди, а мы можем это здесь оставить? Нет, но мы это не можем, в том-то и дело. А-а-а, подожди, я затупил. Все нормально, сейчас все сделаем. Этот, вот это. Это нужно вот сюда, чтобы поставить на камень. Чтобы мы могли пройти дальше. Вот оно как. Вот так раз, и все. Вот так вот раз, и все. И пошли дальше себе спокойно. Это какой-то портал? Вот как это работает. А, это секрет? Это секрет? Это секрет? Тьфу ты, ну ты, я-то думал, нам сюда и надо пройти. А оно тут, оказывается, и не надо было. А, окей. Ладно. Так, в таком случае, куда нам нужно? Может быть, нам нужно с факелом? Может, нам обратно нужно? Да нет, вроде бы обратно нам тоже не нужно было. А вот тут что? А-а-а. Я понял, нам нужно вот сюда этот кристалл, или нет? Да, нам нужно сюда этот кристалл. А как нам это сделать? А-а-а, подожди, я понял. Сейчас все будет, ребята. Вот тут уже начинается посложнее. Тут уже многоходовочки какие-то идут. То есть смотри, получается, что от нас требуется. Сейчас ты все увидишь. Сейчас ты все увидишь. Смотри. Значит, мы делаем вот так. Мы становимся вот так. Дверь сейчас не закроется полностью. И мы спокойно проползем с этим кристалликом туда, куда нам нужно. Вот. 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 Вот оно как. Я умный. Я не тупой. Стример не тупой. Да. Зато я нашел секрет. Хотя это... Я думал, что это прохождение дальше, но ладно.
Так. Так. Ёпа-мать. Это какой-то лифт. Красиво, кстати. Так, смотри, во-первых, мы можем пойти налево, а направо. Не, направо мы не можем, потому что там нас птицы сожрут. С одной стороны, это хорошо. Это нам обрезает вообще поиски. Пути отрезает. Ой-ой-ой-ой-ой-ушки. Просто проходим дальше. Фу. А это было жестоко. Серьезно. Это было достаточно жестоко. А, я понял. Хорош. Сейчас закроем решетку, они все побьются, да? А, мы просто закрыли решетку, чтобы они вообще никак не проходили. Ясно. Так. Но тем не менее, это не отменяет того факта, куда нам идти вообще. После такого. Разве... А, подожди, нам сейчас, скорее всего, направо. Скорее всего. Но это не точно. Да, нам направо. Хорошо. Так, возможно, нам нужно сейчас вернуть. Не, не нужно. Окей, не возвращаемся. Я думал, просто нам нужно будет вернуться, чтобы мы могли... Блин, не успел. Надо быстрее бежать. Короче, возможно, я думал, что нам нужно будет вернуться назад, чтобы мы могли... забрать кристалл, но, как оказалось, это не нужно. Достаточно прикольный, кстати, геймплей. Бежим! Бежим! Все, птицы эти прошли, дурацкие. Все, я надеюсь, птицы закончились. Да, скорее всего, птицы закончились. Хотя, блин, тут опять окна эти все. Вообще неизвестно, куда нам идти. И близок ли конец? Мне кажется, мы только пол игры прошли. Почему-то. Что-то мне подсказывает, что не все так быстро. Так, смотри, значит, нам здесь нужно, видимо, сначала подать питание, да? А, то есть мы этим самым подали питание. Так, и... О-о-о, секретик? Люблю секретики. Люблю секретики. И это думал, мы сейчас должны будем подать питание, там вот это решить очередную головоломку. А нет, все оказалось гораздо проще. Просто подать питание. Просто включить рычаг и вернуться обратно. Все. Все было гораздо банально проще. Так, что-то мне это не нравится. А, о! Здравствуйте, ребята.
Это культ, да? Это инь и янь. Так, только не говорите, что это типа жертвоприношение. Так. Хорошо, здесь нам нужно собрать какую-то картинку в одну целую, да? Не-не-не, верни обратно. Вот так. Так, подожди. Не-не-не, теперь нам нужно третью, короче, еще крутануть. Это вот эта дальняя, по-моему. Получается, вроде бы, да. Вроде бы, получается, она. А, нет-нет-нет-нет. Так, стой. И нам, получается, надо тогда самую первую крутануть, чтобы получился нормальный глаз... алмаз. Я надеюсь, направление правильное. Так, это... Так. Нет? Нет, подожди. Стой. Вот так, вот. Вот в таком направлении нужно. Все. Сейчас все сделаем. Сейчас. Не кричи на меня, не кричи. Стой. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо. Не кричи. Подумай. Подумай о своих нервах. Успокойся. Все нормально. Не переживай. Видишь, я все сделал. Я все сделал по красоте, видишь? Все работает. Все. Я все сделал, все нормально, не переживай. Так. Ого. Етить твою ядрить. Вот это да. Вот это хорош. Это души. Что это за? Это какая-то энергия или что это такое? Так. Что это, концовка игры получается? И на пришельце? Ага, концовка игры, ага, размечтался. Да сейчас, ага. Так. Это некий уже какие-то цифровая какая-то хрень. Окей, ладно. Просто идем. Блин, нифига себе, она уже прыгает так высоко. Ага, я понял. Все, здесь я... Слушай, о-о-о, тут гравитация уже совсем другая. Слушайте, а вдруг у меня возникла хорошая идея закончить на этом, наверное, серию? Как вы думаете? Так, и что это значит? Так, ну окей, вот, и чё? А! Не, ладно, давайте дальше пойдем. Мне интересно стало. Мне реально стало интересно, что же будет дальше.
Так, это наша подопечная, скорее всего, да? И какой-то глаз. Ага, тихо, тихо, ты... Ага. Успел. Фух. Они что-то сканируют там, смотри, да? Ой. Тихо, тихо. А поднимай меня. Ой. Так, поднимай. Поднимай меня. Ой, все, ух, повезло. Етить-то... Блин. Так, давай, давай. Поднимай. Ага. Так. Ага, понял. Давай. Так, теперь ты. Эть. Ага. Так. Ёб ты, какой... Что происходит? Что это такое? Что это такое? Етишкин, пасатишкин. Так, понял. Ждем. Так. Ага. Ну окей. Ну это уже совсем сюрреализм какой-то, вообще непонятно, что это такое. Хай-тыч. Дичь. Хай-дичь какая-то. Ага. Так. Етишкин, пасатишкин. Ага. Охренеть, платформер пошел. Так, а тут без разницы, да, получается? Ага, подожди, а мы этот куб, интересно, сможем? Да. Ну, логично, логично, хорошо, естественно. Естественно, ну, естественно. Роч! Роч! И... А, вон, все вижу. Так.
Блин, слушайте, ну это уже вообще какие-то грани в реальности переходит. Я-то думал, там уже финал. А это получается... А, это сейчас босс будет, да? Так, что это? Так, оно поднимается. Так... Это будет что-нибудь делать? Ебона мать, что произошло сейчас? Так, окей, нам нужно поменять теперь гравитационное поле. То есть нам получается, там все вверх тормашками, нам надо вверх теперь поменять, да? Это просто ломает мне голову напополам. Это какая-то жесткая наркомания уже пошла. Я от нее просто в восторге, серьезно. Хороший платформер, мне очень нравится. Так, а теперь мы сейчас сюда наверх, да? Так, оп, оп, оп. Так, теперь здесь что-то меняем. Так. Ага, теперь мы сейчас еще выше поднимемся, да? Да, теперь еще выше. Не, в принципе, пока что все еще все поддается логике. Я имею в виду именно головоломки. Так, сейчас вниз самый спуститься опять, да? Так. Смотри, вот это что? Это что? Мне кажется, я правильно сейчас сделал. Потому что, ну, не зря же его здесь поставили. Ага. Ага. Так, этот вниз, да, сейчас поедет? Да, этот вниз едет. Так, теперь мы меняем. Не, подожди, обратно. Так, наверх? А, ну все. Все, хорошо, вот так. Все, ништяк. Было сложно, но мы, в принципе, разобрались. Сейчас будет прыжок веры, смотри. Фаченичер! Хорошо. Пью. Так. А это вообще закончится? Интересно, просто сколько еще нам нужно будет вот таких вот головоломок пройти? Не, ну мы вроде бы уже просто куда-то, я не знаю, за предельную хрень уже улетели, убежали. Так, ты даже не вздумай там меня сканировать. И ты тоже не вздумай, летающие треугольники. Я вообще не понимаю, что происходит. Но очень интересно. Так. Это что-то собирается. Ага. Главное не умереть во время этого собирающегося чего-то. Етить твою.
А что собирается-то? Мы робота какого-то собираем? Или что? Или это такая очень своеобразная лестница-убийца? Так. Ёб. Ага. Понял. Он зажигает, он, короче, загорается, какая должна сейчас поворачиваться, да? Так. Ждем. А что происходит-то? Успел! А что это такое? Что за кубик Рубика? 3D. И очень громкая музыка. Очень громкая музыка. Очень громкая музыка. Слишком громкая. Какого хрена ее сделали такой громкой-то? Ни черта не слышу. И какие-то письмена, мы к ним приближаемся. Может быть, это титры уже пошли такие? Я сейчас оглохну. Так. Это еще не конец. Я думал, это сейчас уже все, концовка. Типа там, спасибо, thank you for playing, там вот это вот все. А, но оказывается, еще не все. О май fucking gosh. О май gosh. А вот. А, смотри, раз, два, три, четыре, пять мы пропустили, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 штук мы, короче, пропустили. Если бы мы все зажгли, то, наверное, была бы какая-то другая концовка. Ети твою мать! Как светло! Это еще не все? I wanna fuck, motherfuck, motherfuck. Ладно, хорошо. Просто идем. Я-то думал, все. Я уже 3 раза успел подумать, что концовка вот она. А нет. Эта игра бесконечная. Хорошо, ладно, я ее добью. Я ее добью, если... Если вдруг она сейчас захочет закончиться, если вдруг нам сейчас надо будет... Блин, а если вот это еще сейчас будет продолжаться? Что если это вдруг не концовка? Ладно, я тогда, знаете что, я, наверное, запишу сейчас подряд, там, не знаю, час там геймплея, если что, на 2 части поделю, наверное. Потому что тут неизвестно вообще. Так, 3 каких-то челика. И много поклоняющихся этим 3 челикам. Интересно.
Мне вот интересно, мы просто куда-то идем или... Ну, типа, блин, я не знаю, это концовка или что это? Очень неоднозначно. Особенно после вот этого наркоманского прихода кислотой, который был до этого. Так, это снова Стелла. Это Стелла. Это мы уже поняли, что за ней кто-то наблюдает. Там какой-то глаз сверху, собственно, сама Стелла. И, видимо, от нее зависит судьба этого мира. Возможно. Все, вот она, видите? Там вот Ктулха, это вот то, что она все вот это вот прошла, пробежала. Короче, жук, Ктулха, эти монстры подземные, потом эти Вендиго, короче. Все это мы прошли. Так. Нет, все, я не поведусь, это не концовка, нет. Я не поведусь. Она уничтожила этот мир? А, это концовка, ясно. Ясненько, понятненько. Короче, когда Джек говорит, что сейчас не будет концовки, концовка наступает. Ясно. Я, пожалуй, пропущу титры, потому что, как бы, жесть. Музыка очень громкая с титрами. Так, я так понял, она перезагрузила этот мир, да? Или что? Ну, что-то происходит. Так. Так. Это очередной обелиск? Типа, окей... Видимо, этот обелиск означает, что она возродилась где-то в новом мире, потому что старый мир она уничтожила, и все повторится вновь. Ну, это лично мое предположение, как мне кажется. Вы свое мнение пишите в комментариях, что вы думаете вообще по поводу концовки игры, что вообще это значит. Я так понял, что Стелла, она некий предвестник конца мира. Возможно. И ей было предначертано судьбой, и ей именно поклонялись вот эти вот бабульки и прочие фигни. Ну, вот эти вот в рясах, короче, которые были. И она свершила предначертанное, она уничтожила мир. Хотя, мне кажется, если бы мы собрали все секреты, то, возможно, была бы немножко другая концовка. Возможно, последняя сцена бы чем-то отличалась. Вот, возможно, мы бы спасли, наоборот, мир, а не уничтожили его. Но кто его знает. В общем, вот такие вот дела. Я надеюсь, что вам понравилось прохождение данной игры. Если у вас есть какие-то идеи на какие-то вот типа такого рода игры, которые проходятся не напряжно, которые проходятся там буквально за 5-6 серий. И без вот слишком сложной всякой фигни. Потому что, я так понял, лично мне вот нравятся вот такие вот игры. Незамысловатые, где ты просто идешь, тебе что-то нужно сделать, ты что-то делаешь, и получается все по красоте. Вот. Мне вот такие вот нравятся очень сильно игры. Типа вот Стеллы, My Beautiful Paper Smile и прочее, прочее, прочее. Если вы знаете что-то похожее на примере, обязательно пишите в комментариях. Обязательно. Я посмотрю, я гляну, что это за игра. И если она мне понравится, мы обязательно ее пройдем с вами на канале. Ну а вам, ребятушки, хочу пожелать приятного настроения, хорошего времяпрепровождения, всего самого лучшего. Обязательно с вами еще увидимся. И всем пока. Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро. Подпишу.
подпишись на канал.